Снова привет всем честным людям. Утро, на улице идет дождь, а у нас идет концерт по заявкам радиослушателей. Сегодня 6 число, приехал тут народ, 6 ноября. Приехал тут народ на праздники и сразу мне вступил заказик. Да, сделать почему-то ложку, а не черпак для подачи жаркого на камне. Вот. Ну, естественно, отказать я не мог. Сразу принялся за работу, ибо руки у меня соскучились. 1000 лет не делал ложек никаких. Вот такая гигантомания. Здоровых я таких никогда не делал. Но справился, как видите, справился. Вот. Заказчик остался доволен, хотя и просил он на 250, где-то на стакан, чтобы помещался. Ну, здесь чуть поменьше, у меня, к сожалению, заготовочка была не очень толстая. Но он остался доволен, говорит, годится, ничего страшного. Вот. Но, ребята, грустно у меня все-таки настроение, ибо дачный сезон заканчивается, блин, к сожалению. Почему-то эти полгода пролетели, блин, как масленица. И нету, как всегда, я оглядываюсь назад, заметил, что опять не выполнил всех намеченных работ, которые я намечал, так сказать, весной, зимой планировал. Вот. Но это всегда у меня такая завышенная планка. Сам потрудился я в этом году на славу, вот, много чего сделал. Вот. Ну, радует то, что впереди у меня долгожданная ярмарка, вот, поэтому с токаркой я как бы уже все закончил, натокопил достаточное количество мисок всяких ложек, вот. И теперь займусь чисто вот резьбой. 1000 лет уже, как я говорил, не резал, руки заскучились, буду резать и еще раз резать, вот. Ну, на этой оптимистической ноте хочу заканчивать свой репортаж, может, последний, да, из деревни уже. Ну, с вами до скорых встреч в эфире. Всем пока!